Я нашел новое колесо фортуны в Майнкрафте! Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак, и сегодня мы посмотрим на интересных персонажей. Новую рубрику — это колесо фортуны. Так, ну что ж, друзья, давайте посмотрим, какие у нас здесь персонажи. Это мама, длинные ноги, вот такой вот синий, почему-то красный радужный друг, оранжевый, Ванесса аниматроник, офицер Ванесса, да, Гримас Шейк, девочка Соник и Скибиди Туалет. Ну и синий радужный друг обычный. Ну что ж, давайте начинать. Нажимаем кнопочку, и нам выпадает желтый цвет. Это у нас Гримас. Давайте посмотрим на желтую комнату. Что ж там нам Гримас приготовил? Ребят, а пишите в комментариях, а вы любите смотреть Колесо Фортуны? И кто из этих персонажей, по вашему мнению, будет самый крутой? Я думаю, что вон та девочка Соник будет интересная комната. Так, ну что ж, давайте зайдем. Опа, Гримас, привет! Как поживаешь? А, да ладно! Да, Гримас у нас все-таки злой. Давайте с ним подеремся. Это там что? Молния Маквин из тачек стоит. Ух, круто! Сейчас мы к нему подойдем, только сперва справимся с этими монстрами. Ну давай, иди сюда, повар-обезьянка. Подошел! Это реальная Молния Маквин. Так, давай. Отлично, справились. Осталось еще парочку монстров. Что-то снеговику тут плохо, он прилег, ребят. Ладно. На тебе, монстр, получай. Отлично. Привет, Молния Маквин. О, здорово, друг Зомбак. Как поживаешь? Да, все шикарно у меня. Какой ты крутой. Здесь у вас выставка тачек, что ли? Смотрите, какая классная тачка. Ну, ребят, напишите в комментариях, а что это за марка машины? Я вот не особо разбираюсь, вот. Напишите в комментариях, что за марка. Ну, здесь еще есть Молния Маквин и вот такая полицейская машина. Слушай, было реально очень круто. Ну, а мы, ага, должны отсюда пройти. Но двери у нас закрыты на замок. И ключ-то я дома забыл, ребят, не взял с собой ключ. Может быть, стоит как-то наверх залезть? Так, подождите, там есть ключ. А, теперь мне надо понять, как забраться наверх. А, может, здесь где-то? Так, о, лестница! Отлично, это хорошо, проходим. Так, здесь у нас стенка, здесь мы не пройдем. Попробуй с этой стороны. Так, забираем ключик, и вот теперь с помощью этого ключа мы можем открыть себе дверь. Отлично, возвращаемся обратно. Ключ отложим на потом и идем сразу же в следующую комнату синего цвета к вот такому сине-красному радужному другу. Так, где он находится? Вот она, синяя комната. Надеюсь, будет интересно. Давайте посмотрим, что там нам и где этот радужный друг приготовил. Да, скорее всего, это просто синий радужный друг Икзи. Джетпак. Я понял. Смотрите, здесь вот такие стеклянные стены, но есть некоторые вот такие отверстия, через которые я смогу пролететь. То есть нам нужно взять джетпак. Теперь мы можем на нем летать. Ух, я могу прям посмотреть, что вообще во всех комнатах колеса фортуны. Прикольно. Так, давайте взлетим и попробуем вот в это окошечко попасть. Будем честно все проходить. Так, а здесь у нас вода с шипами. Ну, вы, конечно, придумали. Еще и через палки перелетать, я застрял немножечко. Так, аккуратно перелетаем сюда. Дальше, по палочке идем. И мне надо куда попасть? А где следующий проход? Так, подождите-ка, я, ребят, запутался? Или что? Где-то здесь должно быть... А, вот оно, наверное, да? Да, вот. Все отлично. Где у нас следующий проход? Мне нужно где-то найти отверстие, через которое я должен пройти на следующую комнату. Отлично, все. Ну что, здорово, монстр, как поживаешь, эй? Ты драться со мной будешь? Ну, конечно, будешь, да. Ты-то и решил на меня тоже нападать. Окей, хорошо. Давай с тобой разберемся сейчас. Получаем, монстряга, на тебе. Отлично, друзья, справились с ним. Джетпак мне немного мешает, так что я его, наверное, сразу сниму. И пройдем обратно. Итак, две комнаты мы прошли. Это у нас, какие комнаты мы посмотрели? Желтую и синюю. Осталось еще 6 комнат впереди. И все самое интересное. Итак, оранжевая комната с... О, девочка Соник, наконец-то мы идем к ней. Давайте посмотрим. Мне очень интересно, что же там такого нам приготовили. Я надеюсь... Будет действительно интересно. Это Соник, только, ну, девочка. Посмотрим. Так, опа, но здесь еще и Соник Икзи. Вон она, ребята, ее поймали. Ее держат в ловушке. Надо срочно бить этих монстров. На тебе, монстры, ты тоже злой золотой Соник. Получай.
Вы что, поймали добрую девочку Соника? Так, отлично, давайте-ка ее всю освободим от этой паутины. И незаконно, просто ни за что ее посадили в эту ловушку. Так, Нап-Нап на меня решил напасть, сейчас я сперва с ним разберусь. Так, девочка Соник, аккуратно, не попадай под мои патроны, извини. Так, сейчас я с монстрами справлюсь, потом с тобой поговорим. Приветик. Да, привет, собак, спасибо, что нас спасаешь. Да не за что, конечно, я же ради вас, добрых персонажей, сюда и пришел, знаешь. С монстрами-то я могу и так справиться, подраться, а вот добрых персонажей надо спасать. Так, что у нас вообще тут такое, у вас новогоднее настроение какое-то, что ли? Ух ты, ничего себе, ребят, вы посмотрите, тут какая-то собачка. Блин, довольно прикольная оформленница, у них Новый год уже какой-то празднуется. Ребят, а напишите в комментариях, у вас скоро Новый год? Я какой-то секретный проход нашел, ребят. Случайно сюда забрел и нашел нажимную плиту. Окей, это возможно нам и понадобится. Да, это нам нужно, но здесь есть еще какой-то проход. А, здесь пусто, смотрите. Нажимаем вот сюда. Давайте-ка мы ее с собой возьмем. И открывается дверька у нас, как только нажимаем на плиту. И сматываемся обратно, отлично. А девочку Соника ее здесь поставим. Не убегай, ладно, никуда. Будь здесь, а я пойду дальше, ведь у нас еще много комнат впереди. Зеленый цвет, и это у нас офицер Ванесса. Зеленая комната, да, в самом конце у нас слева. Пойдем сейчас туда и посмотрим, что же нам и аниматроники приготовили. Надеюсь, что-то интересное. Ну что, Ванесса, идем к тебе. Так, привет. Эй, сейчас я с тобой разберусь, трубоголовый, да отстань ты от меня. Так, это что за арбузная пшеничная ферма? Тут какая-то реально какая-то ферма, смотрите. Ага, ключ, у меня есть ключ, смотрите, ну-ка. Он не подходит. Нужен другой ключ, видите? Эх, ключ не этого, не рабочий. Ладно, он мне не нужен тогда. Давайте попробуем в эту сторону пойти. Может быть, кто-то из монстров есть здесь. Так, и здесь тупик. Это какой-то лабиринт. Это что за лабиринты в колесе фортуны? Что за дела такие? Так, ну-ка, человек за окном. Получай, монстр! Так, здесь тупик тоже. Как не заблудиться в этих лабиринтах? Я вышел к финалу. Здесь я вижу офицера Ванессу. Получай, монстряга! Ну и портал. Вот только, чтобы до него добраться, надо как-то перебраться через это стекло. Подождите-ка, там есть секретный проход. И какая-то тайная комната славы! Так, может быть, нам нужно в эту сторону пойти? Так, где? Куда мне идти, ребят? Что за дела? Так, а здесь вот есть какая-то водичка. Так, мне нужно все-таки, наверное, пройти вон туда. Помните, там было у нас еще одно ответвление? И, возможно, надо было именно его открыть, и тогда бы я прошел это испытание. Какое сложное, ребят, реальное испытание. Я что, какой-то мастер, что ли? Так, давайте еще раз попробуем. А если я его сейчас... Так, я сейчас, знаете, что сделать хочу? Мы сейчас его немножечко подстрелим, чтобы немножечко подровнять. Вот из этой пушки, это снайперская винтовка, нам нужно вот этот вот уголок подровнять. Пам! Так, и еще пару уголочков. Так, сюда и сюда, отлично. Давайте попробуем теперь использовать этот ключ. И он открыл, отлично, ребята, мы можем пройти дальше. Это какое-то иное ответвление, где... Где я вообще оказался? Опа-на, тут секретная комната! Реально, тут так, тут никого нет, это хорошо, но это, скорее всего, и есть та самая секретная комната. Да, мы прошли испытание, фух, мы справились, это действительно мне... Я на рандом сказал, что у девочки Соника... А, стоп, нет, мы к Ванессе ходили. Я думал, что... Да, ладно, у девочки Соника не самое интересное испытание, пока что у Ванессы самое крутое. Мне очень понравились лабиринты с секретной подземной тайной комнатой, было круто. Так, открываем следующую кнопочку, это у нас розовый цвет и синий радужный друг. Погнали, посмотрим. Вот в эту комнату нам надо сходить сейчас. Что у нас здесь? Опа, радужные друзья, ну у вас как-то скудновато, конечно. Просто куча грязи, земли и водой все затопило. У вас тут что, канализации какие-то, что ли, подводные, подземные? Ну ладно, давай-ка я с вами тогда справлюсь и разберусь. Попробуем вот туда переплыть. Ах, это вода заразная, фу, как тут воняет с точными трубами. Мы, ребят, реально в какой-то канализации. Синий радужный друг, ну что ж ты за порядком не следишь? Ну что у вас тут все трубы прорвало?
Как так можно жить-то вообще? Так, что у вас вообще тут? О, радужные алмазы. Это прикольно. Ладно, комната была довольно легкая, мы можем вернуться обратно. Но, да, оформление там, конечно, так себе. Так, нажимаем на кнопочку, и нам осталось всего три цвета посмотреть. Это фиолетовый, радужный... Нет, фиолетовая комната с мамой длинные ноги. Идем к ней, друзья. Вот она у нас сразу слева. Посмотрим, что же нам здесь приготовили. Как здесь много монстров. Приветики. А чё вы TNT расставили? Вы тут чё, бабахнуть хотите чё-то? Эй, признавайся, миньон. Давай признавайся. Что бабахнуть хотите? Столько TNT расставили? Вы что, хотите уничтожить наше колесо фортуны? Подождите, я его еще не до конца прошел. Не надо ничего уничтожать. Стойте. Дайте-ка я возьму пулемет и вот так вас всех одолею. Мне бы надо успевать перезаряжать свои пушечки, потому что патроны быстро заканчиваются, а монстров становится как будто все больше. Так, идите сюда, миньончики, сейчас я с вами разберусь и уже потом примемся за маму длинные ноги. Ее тоже надо одолеть, конечно же. Эй, здорово, монстр, как поживаешь? На тебе, только случайно не надо ее толкнуть в портал, а то еще вот туда к колесу фортуны вернется... Золото. Возьмем немножко с собой, может быть, пригодится. О, золотые яблоки, алмазы, хух. Мы, ребят, сегодня вообще миллиардерами стали. Ладно, погнали обратно. Итак, осталось всего две комнаты. Это у нас скибиди туалет и... А, кого? Кого мы еще не посмотрели? Давайте нажмем кнопочку. Да, оранжевый радужный друг. Скибиди туалет оставим на самый последок. Так, ну что ж, идем в голубую комнату к оранжевому радужному другу. Посмотрим, что там у него интересного. Итак, здравствуйте, монстры. О, мне надо будет на лодке кататься. Это прикольно. Давайте возьмем вот эту пушку и поедем. А, я споткнулся. Мне уже лодку сломали. Да как так? Ах, вы... Ах, вы радужные друзья, на тебе оранжевый получай, и красный со всеми справлюсь. Взяли мне лодку, сломали, ну-ка, я могу ее еще раз поставить? О, поставилась, шикарно, поехали в лодке. Так, надо, короче, и стрелять тоже аккуратно, возможно, это я сам себе лодку сломал. Просто попал вот из пушки, а, может быть, да. Скорее всего, это просто я сломал лодку. Ладно. Ох, мы, ребят, сегодня миллиардерами станем, походу. Столько ресурсов. Ладно, я даже забирать не буду, мне их и так много. Итак, нажимаем кнопочку. Да, последний цвет это красный. А, вот, со скибиди туалетом. Больше кнопочка не нажимается. Это значит, что самая последняя комната на сегодня скибиди туалет. Погнали смотреть. Итак, вот он, друзья. Опа. А! У кого арахнофобия, то есть боязнь пауков, простите меня, пожалуйста, но здесь реально очень страшно. Тут еще и камерамен за мной следит. Че, на видео меня снимаешь, да? А ну камеру выключил. Так, смотрите, тут со всех сторон пауки. Вообще, я надеюсь, если их не тронуть, они меня тоже трогать не будут, поэтому пауков мы, надеюсь, касаться сегодня не будем. Просто справимся с вот этими монстрами, ну вот с каривари и всякие скибиди. А паучками я драться не хочу. Пусть там спят себе, потому что, как видите, они не двигаются. Скорее всего, они в спячке. Меня кинули в лаву. Да ты вообще, что ли, камерамен? Что наделал? Так, они, скорее всего, просто спят, поэтому, да, трогать, касаться мы паучков не будем. Пусть живут себе спокойно. Так, на, скоривари, получай. Да нет, стоп, в лаву не бросай меня. Аккуратно, все, справились мы со всеми монстрами. Пока-пока, паучки. Мне уж самому страшно становится. Алмазики себе заберем и вернемся обратно. Ну что ж, друзья, вот такое колесо фортуны у нас сегодня получилось. Был у нас из всех всего один добрый персонаж. Это девочка Соник. Мы ее, конечно же, спасли. Ну а с вами мы заканчиваем. Обязательно ставим лайки. Держите алмазики. Подписывайтесь на мой канал и получайте миллиарды алмазов. С вами был Замбак. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.